всех с добрым, бодрым утром. Мы поспали, у нас второй день. Сейчас время 8 утра, выспались, хорошо выспались, видимо, устали. Вот, идем сейчас заебать номер, карточку отдавать. Поедем в магазин, купим кофе, кушать, позавтракать. И едем на нашу следующую точку, ехать 2 часа. Это самая северо-западная точка США с видом на Тихий океан. Ну, let's go! Вот, мы приехали. Ехали 2 часа. Здесь стоит пас $20 въезд. Да, ну, что? Вот это, сейчас вот мы пойдем. Вот, вот нам дали такой листик. Ну, я не знаю, что это. Пермит. Положи. Где надо приклеить это стекло? Да нет, вон все кладут туда и все. Машина эвакуирует. Пойдемте. Ой, вот нам дали. Карту дали. И мы пойдем вот сюда. Cape Lettery Trail. Recreation Permit Map. Сейчас мы идем вот сюда. И вот она, самая северная точка. Ну что, пойдемте? Саш, кто будет держать карту? Сложи. Вот начинается путь. Вы воду не будете, Саш, брать? Я буду. Не знаю. Никто не хочет воду. Пойдем сейчас. Смотрите, какой лес. Сосновый. Мы одели кофту, потому что здесь прохладно в лесу. Дяким. Ой, ой, я тебя не заметила. Побегай, побегай, как раз тебе полезно.
Ой, заходи в домик. Классно? Ну как там, нормально? Прячется? Фрик, заходи. Сейчас я сфотографирую. Пойдемте. Каким? Класс. Очень красиво здесь, в лесу. Сейчас мы пройдем этот лес. Вот мой хвостик. Беги. Там много красивых таких интересных деревьев будет. Куда дальше? Налево, направо, здесь вперед. Так мы никого не встретим. Нас Аким, Иван Сусанин. Ну, куда он бежит так быстро? Не знаю. Сейчас. Еще один мой. Какой прикольный лес, а? Он бежит так быстро. Да я не знаю, сейчас пройдем туда, выйдем, где-то пропустим. Интересно погулять по лесу. Так. Что там, Аким? Тут грибы. Давай где пропустим. Это медленно. Ай! Ягодки. Ого, Аким, куда ты забрался? Какое дерево? Посмотрите. Туда. Провалился. Let's go. Давайте дальше. Аккуратнее, здесь скользко. Здесь влажность повышена. Да, красиво уже. Необычно так. Вон, там уже виднеется океан. Сейчас мы к нему спускаемся. И потом возвращаться по этой же дорожке. Это первая точка. Смотрите, как здесь, какие здесь виды, как красиво. Ну как, Аким, тебе нравится? Как красиво, да? Здесь, кстати, очень красивые фотки. Вот отсюда и даже как вот вообще просто. Я такого никогда не видела. Какие здесь виды. Хочу. Там, наверное, выше еще лучше. Хочу. И вот мы дошли до самой северной точки США. Сейчас посмотрим, что здесь. А? Здесь что-то капает. Смотрите. Вот это мыс. А, еще там дальше есть. Но здесь смотрите, как красиво.
Вон оно, смотрите. Это уже Тихий океан. Так. Смотрите, какая здесь. Кстати, тепло. Ветерок есть, но не прям так холодно. Видимо, еще погода шикарная. Солнышко. Здесь немножко туман. Смотровая площадка. Океан. Вон там, смотри, кто-то на катере плывет. Идешь? They're not penguins, but they're fairly brightly colored kind of beak. Yeah, I can see it really well. Oh yeah, you can see it. There's no one. Я не знаю. Саш, не надо туда ходить. Вот, посмотрите. Вот здесь такие индейцы. Здесь были, обитали. Там китов, Саш, смотрят в бинокль. Но они мне дали, а я не увидела бинокль. Они съели. Бинокль, да, это бинокль. А кого видели? И вот, смотрите, туман опускается. Сейчас мы, может, подождем чуть-чуть и увидим вот ту сторону. Или не сторону, это вот выход. Это уже океан, это Тихий океан. Здесь такая красота. Я такого никогда не видела. Очень красиво. Так, каким аккуратней. Класс. Да? Мы там китов смотрим. Возможно, там просто скрывали. Вот. Все, мы посмотрели. Теперь мы идем опять к машине, поднимаемся и едем на 4 разных пляжа. До первого пляжа нам надо будет проехать 1 час. От первого до второго, по-моему, минут 15. До следующего 5 час, и там еще 9 минут. И поедем домой. До дома нам 4 часа. Какая здесь тишина, спокойствие. Какой здесь лес. Как в сказке. Сосны высокие. Да, Ким? Да, идем. И никого, да, Ким? Одни мы с тобой. Возвращаемся к машине.
первый пляж, Риалто Бич. Ехали 1:20, а Ким все говорил, можно я покупаюсь? Мы говорим, да покупаешься. Мы приехали, здесь так холодно, все в куртках, в шапках. Сейчас покажу вам. Ветер еще сильный. Аким, ты хотел покупаться? Будешь? Видите, все одеты так. Это не дождь, это, видимо, из-за тумана. Видите, туман. А мне кажется, здесь солнца-то никогда не бывает. Здесь всегда... Потому что там было солнце, а здесь, видите... Какие здесь выброшены, посмотри, какие деревья. Как туда попасть? Во, какие волны. Вот это уже Тихий океан настоящий. Аким, пойдем вот здесь, Аким. Здесь, мне кажется, можно лучше пойти. А в принципе, смотрите, от земли тепло, Саш. Здесь холодно. Когда нет ветра, вон здесь тепло. Это из-за ветра холодно. Так, ничего себе, я думала, здесь низко. Помочь тебе? Ты слезешь? Вот такие волны. Да, здесь не покупаешься. Здесь парковка, останавливаются и идут смотреть океан. Сейчас мы едем на следующий пляж, Лапуш. Это Лапуш, видите, здесь кемпинги приезжают на домах. Микро. Всякие. Дом на колесах. Так, где здесь вход? Вон там вход. Здесь тоже туман, он рядышком, от того пляжа здесь было 15 минут. Видите, здесь палатки, ночуют кемпинги. На самом деле тепло. Вон там, кстати, кто-то купается, видите. Здесь туман, но тепло. Песочек, Тихий океан. На доске, на волнах покататься, смотрите, собачка. Аким нашел себе друга.
Он мне несет. Ой, он хочет, чтобы я кинула. Мы приехали на наш последний пляж, на нашу последнюю точку, Руби Бич. Вот, ну тут здесь опять туман. Сейчас посмотрим, что здесь. Так, Ким, кстати, меня догоняет. Я от него бежала. Видите, здесь должно быть небо быть голубое, но у нас туман. Пойдемте посмотрим. Этот пляж Руби Бич. От того пляжа Лапуш надо было ехать 1 час, но зато так свежо, какие там деревья. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, какое дерево. Смотри, Аким. Некрасиво. Смотри, вон, большое. Некрасиво. Аким уже устал. Некрасиво. Смотрите, ну, когда, конечно, небо голубое, здесь все так видно хорошо. А сейчас все в тумане. Такие здесь деревья. Пойдемте вот там, смотрите, скалы. Такие вот эти деревья высокие. Океан вот там. Вот туда пойдемте. Смотрите, все в тумане. Вон он. Смотрите, какие волны. Шалаш. Смотри, что до тебя не рухнуло там ничего. Пойдемте к тем скалам. Нет, таким, видишь, она ледяная. Смотрите, какие здесь скалы. Да, вот здесь тоже красивые фотографии будут. Смотрите, какие скалы. Мы подошли поближе. Вон здесь. Круто, как в кино, да, Ким? Круто. Вау, супер. А здесь что? Смотрите, какие здесь. Супер. Вообще. Не надо близко подходить, Аким, а то у тебя
Ну вот и подошла к концу наша поездка, наше мини-путешествие в Олимпик Парк. Мы посетили очень много мест. Таким, тебе какое самое больше всего понравилось место? Ай, ну давай, рассказывай. Акиму понравилось кормить животных, дай. Вот. Нам очень повезло с погодой, очень здесь красиво. Национальный Олимпик Парк. Кто живет в Вашингтоне, кто живет вообще в США, обязательно приезжайте сюда на пару дней, на 2-3 дня. Мы не посетили два места, еще мы хотели попасть в лес, но туда дорога закрыта из-за того, что могут начаться пожары. Еще мы хотели подняться на гору, но это уже в следующий раз. Ну а кому было с нами интересно, не забывайте. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Кто поставит лайк, я беру вас в следующее путешествие вместе с нами. Ну и всем пока-пока. С вами была ваша Света, Аким, Аня, Шурик. И до скорых встреч! Анют, тебе понравилась поездка? Саш, тебе понравилась поездка? Да. Анют стесняется. Стесняется. Хорошо, давай тогда голос твой. Голос. Да я снимаю. Очень-очень классно, на самом деле. Необычно. Сколько мы путешествуем. Но такой поездки у нас еще никогда не было. Если вам интересно, пишите, я вам проложу маршрут, я теперь навигатор очень. Особенно если вы с детьми, у меня огромный опыт, как собраться, как составить маршрут. Пишите, обращайтесь, не стесняйтесь, я это с удовольствием люблю делать, организовывать. А если вы живете в Америке, вы можете написать мне лично, и мы встретимся. Аким у нас гостеприимный, он любит новых людей. Так что пишите. Вот, давайте, пошли. Выходим к машине и стартуем. Ехать 3,5 часа. Тоже такой здесь лес необычный. Тебе понравилось? Здесь капает.